Сроки капремонта можно перенести на более ранние. Этой возможностью уже воспользовались многие жители ульяновских домов. Для этого необходимо перевести свои деньги из общего котла на специальные счета. И не только перенести сроки, но и получить еще несколько дополнительных возможностей. Жители сами вправе выбрать вид работ, исходя из износа того или иного конструктивного элемента здания. Также они вправе выбрать сами подрядную организацию. И, естественно, здесь уже наступает немаловажный тот факт, то, что контроль осуществляет, поскольку деньги платят жители свои кровные, они осуществляют контроль. Этой возможностью воспользовались жители дома на Азовской, 93. Одинокая пятиэтажка спряталась на промзоне рядом с ТЭЦ. Но благоустройство во дворе и в доме достойно центра города. И оно продолжается. Собственники жилья решили выделить деньги на спецсчет и привести капитальный ремонт кровли дома. На данном доме была полностью демонтирована старая кровля 100%. Местами произведен частичный ремонт цементной стяжки. Уложено на данном этапе производится ремонт второго слоя кровли. Окончательный ремонт крыши обещают завершить к 15 августа. А вот в доме номер 36А по улице Роза Люксембург кровлю уже полностью заменили. 5 лет назад собственники приняли решение собирать деньги на спецсчет. Этот процесс не очень простой, но нужный. Не все жильцы верили в это. Многие сомневались, что удастся собрать необходимое количество средств. Пожалуй, это самая распространенная причина, которая мешает домам обзаводиться спецсчетами. На улице Роза Люксембург все удалось. Общее жилище начали приводить в порядок. Первым делом занялись крышей. Крыша нас беспокоила уже около 3 лет. Мы тратили текущие деньги там латанием дыр этой крыши. Значит, ну, результат, как говорится, печальный был. Деньги уходили, нужен был ремонт капитальный. Если бы жильцы дома не перевели деньги на спецсчет, то капитальный ремонт начался бы не ранее 2043 года. И не удалось бы им самим выбрать подрядную организацию. И даже получить экономию, которую можно направить на другие работы. Ну, я не хочу сказать, это уникальный случай, нет. Но нетипичный для сегодняшнего дня по системе ЖКХ. Когда у дома есть свой спецсчет, на этом спецсчете деньги, эти деньги потрачены с умом. В настоящее время четверть всех домов в Ульяновске перешли на спецсчета. И количество заявок продолжает увеличиваться. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.